Привет-привет, друзья! Всем привет с Аляски! Сегодня у нас пятница, 27 февраля. И пришла пора разбирать мою красавицу елочку. Как бы не жалко мне было, но уже действительно конец февраля, а елочка все стоит. Вот они, мои красавицы, помощницы, пришли ко мне. Сквика! Но Сквика, конечно, тут как тут. Сквика в первых рядах разбирать елочку. Элджи, а ты чего улеглась? Давай, давайте, все, сейчас будем снимать все игрушечки. И вот у меня такая коробка. Здесь все игрушки у меня вмещаются в нее. Можно даже поменьше коробочку подобрать. Но они все лежат здесь, опять же, по своим коробочкам. Поэтому вот она такая, может быть, больше, чем надо, получается. Все, приступим. Игрушек, в принципе, немного. Вот я сняла уже практически все, больше коробок. То есть вот без коробок я бы их поместила и в маленькую, вот в такую даже, в маленькую коробочку. Но ладно, все равно надо и гирлянды складывать, поэтому уже пускай пока будет это. Но на будущее, если я найду более подходящую коробочку, может быть, немного меньшего размера, то я это сделаю. А сейчас, в данный момент, я буду складывать все вот эти шарики, каждый по своим коробочкам. А Сквика будет мне помогать. Правда, Сквика? Сквик, вот это раздолье тебя. Ну, посмотрите-ка. Сквика, что за счастливый кот? Вот это праздник тебе, а, Сквикишка. Ну, вот, давай, будем играть игрушками. Вот эти шарики не жалко, можешь все их поразбивать. Вот эти белые, желтые. Эти шарики со временем я уберу и заменю. На самом деле красивых игрушек очень-очень мало у меня. Потому что я этим не занимаюсь, жить на Аляске не хочу. Каждый раз думаю о переезде, и поэтому... Знаете, вот когда такое чемоданное настроение, то ничего и не покупается. А мышка все-таки лучше, да, Сквика? Вот такой вот Рикардо в этом году купил, очень красивое гнездо с яйцами. Вот такой вот шар. Вообще мне нравятся игрушки, такие вот как бы из натуральных материалов. Вот, что еще из необычного? Вот это старая-старая игрушка с Рикардова детства с колокольчиком. Такая необычная подвесочка, стеклянная. Ой! Вот это Дед Морозик гавайский. Это мне Наташа дарила с Гонолулу. Или вот этого она мне дарила какого-то. Тоже. А, один из них гавайский, а один из них из Кваджилейна, по-моему. Вот. Такие медвежата на бревне. Тоже бревно настоящее. Обожаю вот такие вот прямо натуральные. Сквика тоже обожает, да, Сквик? Вот такой вот прелестный паровозик, тоже старая-старая игрушка с Рикардового детства. Очень мало с его детства игрушек у нас. Здесь почему-то осталось такой вот еще кораблик. Вот этот с Кваджилейна. Кваджилейн — это остров тоже в Тихом океане, он на нем работал одно время. Он работал на нескольких островах. Кваджилейн, Вейк-Айленд, и вот сейчас на Мидвей-Айленде работает. Чем вот из интересного... Такие, остальное все обычное. Вот таких Дед Морозиков покупала я в этом году. Вот этих колокольчиков покупала в этом году. Thank you.
ними делать, а? Ну вот как мне их выгонять? LG. Это LG-чики на второе любимое место после ее коробочки любимой. Вот она тут придет, развалится и лежит. LG. Сквика оккупировала пакет. Это вот пакет, в который саму елочку складывать. Сквика! Ну, ну что мне с тобой делать, а? Ну что мне с вами делать, скажите? В общем, осталось вот эти гирлянды. Я их попытаюсь уложить вот в эту коробочку. Что не влезет, просто так положу. Вот такие еще есть, но они неудобные. В них запихивать эти гирлянды. Я, наверное, их просто выкину. А вот в эту коробочку пойдет макушечка. И вот на елке остались гирлянды, вот эти вот, мишура, вернее, бусы и макушечка сама. Все, вот это я сейчас все поснимаю. Но без вас никуда мне, ну просто никуда, Сквика с LG, а. Вот вы мои помощницы. Ну, что такое, интересно, да, Сквика с LG, что тут происходит у нас сегодня? Ну... Сквика обожает всякие пакеты. Все, что шуршит, скрипит, бумажки, пакеты, она обязательно туда. LG. Ну, не отдам. Все, не отдам. LG, не отдам, да. Не отдам тряпочку, говорит LG. Оставь, говорит мне, тряпочку эту, пусть лежит. Ножки вот так вот книжками здесь я подперла, потому что вот эта ножка сломалась, она расплавилась. Я один год положила гирлянду вот так вот внизу под елку на вот эту вот подстилочку, а сверху укрыла ей ватой. И вы представляете, какие горячие, оказывается, лампочки у гирлянд. Они прожгли, растопили вот эту ножку. И вот с тех пор она такая у нас кривая, приходится ее поддерживать. Надо будет купить новые ножки, все вот как-то не увидели мы. Что творят, а? Ну что творят? Сквика с LG. Что за безобразие? Ну? Ты, LG, тоже хотела на целлофан, что ли, ложиться? Сквика. LG с таким этим, косит лиловым глазом на Сквику. Вот, а, вот это да. Вот, LG, кто у нас зачинщица. Я теперь это вижу. Я на Сквику все время грешила. Я думала, Сквика начинает битву. Оказывается, это ты, LG. Вот такая у нас сегодня веселуха. Все-таки не буду выбрасывать коробочки. Вот так хорошо гирлянды в них входят. Пускай уже раз все по коробочкам, то и гирлянды сложу. А большую вот сюда, в эту большую коробочку, и гирлянды сюда же, если влезут. А здесь, вот в этом ящичке, вот так вот у меня все аккуратненько получилось. Я немножко поиграла в тетрис и уложила все вот таким вот образом. Рикардо все время шутит. Он говорит, вы русские, очень хорошо играете в тетрис. И все время просит сложить меня чемодан. И смеется, каким образом у меня быстро-быстро работают руки и перекладывает все вещи таким образом, чтобы они подходили одна к другой. Вот так вот и здесь у меня получилось. Очень, мне кажется, удачно. Сверху идет вот эта вот подстилочка. И все. Новогодний ящичек отправляется в кладовку. Так, вот здесь две гирлянды вместе соединяются. Вот я их разъединила. Все, гирлянды. Гирлянды с елочки не снимаются, они прямо на ней и остаются. И веточки, они здесь сделаны таким образом, на шарнирчиках, что вот так вот поднимаются. Вот так вот опускаются, и все. Елочка складывается в мешок. Одна половинка. Вот такие у нее веточки здесь прямо на шарнирчиках, на таких. И вот таким образом они поднимаются, и очень даже удобно, очень даже удобно их уложить.
меня закончился скотч, поэтому я не могу довести это дело до конца. Я себе в списочек написала, что его купить. Получается очень маленькие. Тогда вот, когда скотчем это все обматываешь туго, то получается не такие они огромные и гораздо меньше уже эти кулечки. И без проблем они у меня пойдут в кладовочку вниз. Поэтому эту работу я завершу позже. Да, Сквика. Сквик, садись в мешок. Вот, ну и в коробку сейчас еще пойдут ножки. И нашелся шарик. Я думала, что разбился. Одного не хватало в коробочке. Вот он где-то под елочкой валялся. И вот пока это я все пристроила здесь около входной двери. Кстати, вот кто просил показать. Никакого подъезда нет. Вот так вот прямо выход на улицу. И вот по улице эта лесенка пошла вниз. И вот здесь такой вот вход прямо как бы с улицы получается. Кошки ходят в непонятках. Что случилось? Элджи, куда елочка делась? Ходят, что-то не то, да? Что такое? Сквика? Сквик. Все, а я буду прибираться дальше. Я уже закончила вот с этой комнатой. Перестилала сегодня постельное белье, все меняла. Все здесь уже прибрала. Остался зал. Вот здесь, да, убираюсь. И все, и все. Смотрю Сергея Симонова, канал Добра и Позитива. И вот под его голос прибираюсь. Сквика мне помогает усиленно. Вот давай, давай, ешь травку. Сколько травы, много, кому покупала? И да, чуть не забыла, вот этот вот мой веночек тоже идет на выброс. Как бы жалко мне его ни было, такой он у меня красивенький, но делать нечего. Конец Новому году, так конец. Поэтому сейчас я его тоже выброшу. Вот такой вот аккуратненький у меня получился мешок. Сейчас я его снесу в кладовку, а на следующей неделе отнесу в мусор. И бардак, конечно, я здесь развела капитальный. Сейчас буду все пылесосить. Да, Сквика? Пылесосить, и дрова надо еще с гаража принести. Вчера все стопила. Вот еще одну штуку забыла новогоднюю. Вот такой домик, который горит у меня. Там батареечка огонечками такими. Но тоже уберу сейчас. Хорошо, коробку далеко не унесла. Сейчас уберу в коробку туда. Это, а здесь я сняла венок. И такая оказалась стена голая. Вариант этот временный. Вот сейчас я временно повесила здесь картинку. Я дошью своих бабочек, сделаю рамку и повешу тогда ту вышитую картину сюда над камином. А пока вот так вот все это побудет. Это гвоздики, остались дырочки от старого крепления под телевизор. И я их сейчас буду замаскировывать, чтобы они не бросались в глаза вот такими вот бабочками. Вот так вот это будет выглядеть. Вот проволочку сюда. Вот таким образом я сейчас все дырочки замаскирую и покажу вам, что получилось. Ну вот и все, с уборкой покончено. Я вся взмыленная просто. Вот смотрите, что получилось. Без елочки, конечно, стало вообще просторно, просторно и свободно. Да, Сквика? Ягодки вот сюда я приспособила. Они очень хорошо у меня подошли к моим осенним листьям. Смотрятся замечательно. Здесь вот так вот бабочки закрыли все дырочки, все гвоздики. Такой вот получился пока что временный вариант. Сквика пришла кушать травку. Умничка ты моя. Умница, кушай травку, Сквика. Здесь получился вот такой вот уголок. Полочку я переставила сюда. И Сквикина чашка тоже здесь. Посмотрим, тоже как временный вариант. Будет она там лежать, не будет. Может быть, потом что-то еще поменяю. Стол решила оставить у той стенки. Он у меня вообще-то здесь стоял, пока елочки не было. Но не захотела переставлять. Почему-то вот так, мне кажется, больше простора. Здесь, где полочка стояла, пока вот так вот. Все осталось пусто. Вот. Ну вот и все. Я такая вся растрепанная, так что
себя близко не показываю. Сейчас пойду мыться. А с вами я на этом прощаюсь. Всех целую, всех люблю. Всем желаю счастья, удачи, хорошего настроения и любви. Пока-пока-пока.